Трус не играет в хоккей. То же самое можно сказать о волейболе. Кстати, последний самый распространенный вид спорта в мире. Да и в республике на уровне премьер-лиги играют только в хоккей и волейбол. Конечно, первенство республики это не премьер-лига, но на таких соревнованиях и выявляют тех, кто в будущем будет отстаивать честь региона. И примечательно, что Кумертау является одним из центров, где волейболу уделяют большое внимание. Думаю, что это волейбольная точка на карте Башкирии не затухнет. Тут в свое время, видите, у вас есть единственный судья всесоюзной категории, Амиров Харис Рашидович. За всю историю нашего башкирского волейбола у нас союзников было всего три, вот один из них. На командный чемпионат республики приехало 7 команд. Также честь города отстаивала и кумертауская команда. Вообще, организаторы говорят, что не все смогли приехать на эти соревнования. Где-то уже закончился игровой сезон, а кто-то попросту не смог решить вопрос с транспортировкой. Жаль, конечно, не все смогли участвовать. Вот сроки все-таки маленькие. С одной стороны, вроде хотелось бы не отрывать детей от учебы, все-таки это 94-й год, что подгадали под праздники, а для кого-то в том же Сибае, например, автобус не нашли. Потому что праздники и везде все это. Даже на уровне главы администрации они этот вопрос не смогли решить. В числе тех, кто доехал в майские праздники в Кумертау, команда «Динамо Бажгау». Пожалуй, это один из самых сильных претендентов на победу. Дело в том, что «Динамо Бажгау» ведет селекционную работу в команде. Тренеры отбирают спортсменов по всей республике и за ее пределами ведут процесс по целенаправленной подготовке команды за делом на долгосрочную перспективу. У нас уфимских есть только 3 человека. В основном это из районов Башкирии, из других населенных пунктов тоже Башкирии. Есть и из-за предела Башкирии, это вот есть Челябинская область, есть даже с Минеральных Вод, ребята, которые перспективные, возможно, в будущем какие-то результаты будут показывать. Организаторы соревнований отмечают, что дата проведения чемпионата специально была подобрана так, чтобы спортивные баталии никак не повлияли на учебный процесс. Так что первомайские праздники у волейболистов прошли под лозунгом «Если отдых, то активный, если праздник, то спортивный». Команда первенства по волейболу завершилась практически с ожидаемым результатом. На первой позиции расположилась команда «Динамо Бажгау», на втором месте ДЮСШ номер 5 города Уфы. Третье место с первенства увезла туймазинская команда. Немного не дотянули до призового места кумертауские волейболисты. У них 4-е место. Амир Кедрасов, Николай Осипов. Новости.